От охранников тюрем строгого режима до охотников за лесными пожарами мы взглянем на 14 самых опасных рабочих мест в мире. Номер 14. Лесоруб. По статистике, на 100 тысяч лесорубов приходится 97 смертельных случаев в году на рабочем месте. Большинство погибших умерли от падения деревьев, но не стоит забывать и о тяжелой бензопиле в руках, эта штука тоже может покалечить тебя. Номер 13. Наездник быка. Если вы не получите травму, находясь на спине свирепого быка, считайте, что вы счастливчик. Родео является испытанием мужества ковбоев и профессия для большинства из них. 8 секунд – такое минимальное время нужно ковбою, чтобы завершить то, что считается успешной ездой на быке. Животное успевает сделать порой до 30 сильных толчков. Номер 12. Тюремный охранник строгого режима. Каждый рабочий момент его подвергается опасности. Его задача – сохранить контроль над самыми жестокими элементами преступного мира, такими как насильники, серийные убийцы и члены бандитских группировок, которые могут в любой момент забрать его жизнь. Номер 11. Рабочие из железа и стали. Это строители, которые работают на больших высотах при строительстве небоскребов. Несмотря на всевозможные ремни безопасности, риск получить серьезную травму, а возможно и смерть, очень высок. Поэтому заработные платы у высотников одни из самых высоких среди строительных профессий. Номер 10. Ловец крабов на Аляске. Опасность состоит в том, что вас просто может смыть за борт волной. Даже если человек является суперпловцом, он не в силах будет справиться с гигантскими волнами. На рыбацких лодках более 350 килограмм рыболовных клеток-ловушек, которые при волнении моря могут стать нестабильными и склонными к опрокидыванию, при этом нанося травмы порой со смертельным исходом. Номер 9. Профессиональный боец. Ваша работа будет заключаться в повреждении противника настолько сильно, чтобы он не смог встать на ноги и продолжить бой. Есть только одно «но» – у противника стоит такая же задача, как и у вас. Поломанные кости, синяки и разрывы связок являются частым явлением для бойца. В течение всей карьеры боец получает так много ударов в голову, что превращает мозг в желе, а это приводит к невнятной речи, судорогам, потерям памяти, паранойе и общему снижению умственных способностей. Номер 8. Работник атомной энергетики. 26 апреля 1986 года произошла страшная ядерная авария в Чернобыле, когда взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Официально были загрязнены 5 миллионов человек, проживавших в Украине, Белоруссии и России. Более 100 тысяч смертей уже были отнесены к этой катастрофе, сделав работу в атомной энергетике одной из самых опасных рабочих мест. Номер 7. Охотник за головами. Вам не послышалось, такая профессия есть в Соединенных Штатах Америки. Это человек, который за денежное вознаграждение занимается розыском и поимкой беглых преступников и дезертиров, а также лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Чем выше плата за поимку, тем опаснее клиент. Номер 6. Военный корреспондент. Похищение, пытки, увечья и смерть – вот такая реальность того, что может случиться с военным корреспондентом, находящимся в зоне боевых действий. Ради уникальных снимков и видеорепортажей эти люди идут на жертвы. Номер 5. Пилот малой авиации на Аляске. Летать на небольших самолетах не всегда опасно, но когда вы летите в среде, где ясное небо очень быстро может смениться на снежную погоду с нулевой видимостью, дальнейший сценарий может быть смертельным. Вы не всегда сможете заметить в такую погоду внезапные возвышенности гор и лес. Номер 4. Каскадеры. Смельчаки ради выполнения смертельно опасных трюков идут на высокую степень риска. Неудавшиеся трюки и травмы от оборудования забирают их жизни повсеместно. Номер 3. Работа на морской нефтяной вышке. Это работа с одним из самых опасных горючих материалов в мире на плавающем острове. Находясь в постоянном страхе того, что может в любой момент произойти взрыв или травма от тяжелого оборудования. Номер 2. Парашютист пожарный. Они тушат пожары в труднодоступной местности, прыгая в очаг огня на парашюте. Здесь недостаточно безопасно приземлиться. Важно то, что произойдет после этого в огне. Любители этой профессии зарабатывают в среднем 2800 долларов в месяц, рискуя своей жизнью. Номер 1. Служители правопорядка под прикрытием.
Тайный агент, внедренный в сферу наркотического бизнеса. Он имеет дело с наркоторговцами, которые будут рисковать всем, чтобы защитить свою свободу и сферу влияния в преступном мире, используя самые жуткие методы. И на этом все, друзья мои. С вами был Макс. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. И ждите нового выпуска.